На открытие центра настольного тенниса в Самаре приехали представители Всероссийской Федерации, городские власти, спортивные чиновники города и области. Такое внимание к спортивному объекту не случайно. Первая ракетка, первый и единственный в Самаре и губернии теннисный зал, отвечающий всем мировым стандартам. Начиная от раздевалок, заканчивая освещением, напольным покрытием и, конечно, столами, а их на площадке 15. Центр настольного тенниса готов принимать международные турниры. Новое спортсооружение появилось благодаря государственно-частному партнерству. Сегодня Федерация настольного тенниса Российской России определила Самару как опорный центр подготовки национальной сборной страны. Это очень большое доверие, это признание авторитета наших тренеров, в первую очередь, которые готовят молодых спортсменов. Главная задача первой ракетки – развитие физкультурного движения в Самаре. Об этом говорили на открытии спортзала инвесторы, чиновники, тренеры и спортсмены. Кто хочет научиться играть в настольный теннис, может записаться в секцию. Здесь созданы действительно соответствующие условия для спортсменов, для их подготовки. И, соответственно, можно требовать от спортсмена соответствующий результат. Тренировки и соревнования с 8 утра до 9 вечера. В таком режиме готов работать спортзал в железнодорожном районе. После торжественного открытия стартовал первый турнир по настольному теннису в первой ракетке. К столам вышли дети, ветераны, любители и профессионалы. Очередные соревнования городского масштаба пройдут уже на следующей неделе. Турнир будет посвящен Дню города. Приглашаются все желающие выиграть золотые медали и стать призерами. Алина Чемерис, Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.